Добрый день всем, друзья. Доброе утро. Самое доброе утро сегодня. Я хочу сделать небольшой видеоотчет о наших успехах. Сеансов с Давидом у нас прошло 3, но я считаю, что 4, потому что наше знакомство было тоже своеобразным сеансом. Давид практически в первые минуты общения с ребенком, со мной, задав несколько вопросов, определил первопричину возникновения конкретно наших аутичных проявлений. Так скажем, мы с этого момента и начали работать, поняли, где пораженная область и с чем надо работать. Приходится все немножко скомкать. Честно скажу, за 3 дня я не выходила из состояния копания, из состояния логических размышлений. В общем, расскажу просто о результатах. Ребенок вчера уложился спать без криков, скоков. Он просто лег рядом со мной, я положила ему руку на голову, он произвел некоторые телодвижения ногами и уснул. Он прекрасно понимает обращенную речь, оказывается, просто не может, видимо, подтвердить это какими-то жестами. Вчера, раздевая ему, снимая носочки с ног, я, еще продолжая делать это действие, сказала, не глядя на него, а теперь надо снять кофточку. Он поднял руки. Совершенно точно, что он понял, о чем я говорю. Сегодня мы первый раз ехали в троллейбусе и не плевались, потому что это мы делаем регулярно. Он пил водичку потихонечку и ехал. Мы разговаривали о том, что происходит за окошком. Улыбались, общались. Переходили светофор, не дергая его, таща за запястье с криками, как это обычно происходит на потеху многим окружающим. Мы шли за руку, четко, ровно, с гордо поднятой головой, с огромным счастьем в глазах. Очень много всего происходит, мелочей, которые, в принципе, я не могу просто уложиться в какое-то определенное время. Спасибо вам, Давид. Это великолепная работа с мамой, через маму, с ребенком. Спасибо вам. Обращайтесь к Давиду. До свидания.